Вот. Отлично, всем привет. Мы все-таки на Occupy Abay. Здесь довольно много народу с белыми лентами. Сейчас наш крымский активист Сергей хотел поговорить с вами. Вот протестное движение, которое существует в Москве и в других городах России, в основном это движение является политическим. Превалируют все-таки политические требования, в первую очередь. Я считаю, что необходимо совместить политические требования и социально-экономические. Конкретизирую. Необходимо здесь, в Москве, организовать профсоюз, ну и скорее профцентр, который смог бы объединить, либо инициировать создание независимых предприятий, профсоюзов по регионам Российской Федерации. То есть соединить протестное наше движение и народное, рабочее в частности. Тогда у нас есть какой-то шанс. А так можно ходить до бесконечности, проводить митинги. Вот и все. То есть, одну из главных целей, я считаю, чтобы движение не заглохло, необходимо совместить его с массовым движением. Только так, вот и все. Понятно, спасибо. Человек абсолютно точно. Хорошо, сейчас отсеку видео.